На дворе 1977 год. Место женщины на кухне, а не в офисе. Но сегодня они борются за равноправие. Ку-ку. Как прошла встреча с немецким закупщиком? Отвяжи, Сюзанна. Если хочешь знать мое мнение... Разве оно у тебя есть? Ну, Робе... У тебя должно быть только одно мнение мое, остальное пустая болтовня. Ну все, замолчи. «Отчаянная домохозяйка», фильм Франсуа Озона. Мамочка, ты совсем отстала от жизни. Надо думать о будущем и идти вперед. Скажи, кто еще так балует свою жену 30 лет подряд? Да, по количеству кухонных приборов я королева. Вот видишь, чего тебе еще надо? Как делишки найдешь? Руки убери. Мадам, это какой-то ужас. Забастовка? Да. Если переговоры немедленно не начнутся, они остановят завод. Папа! Инфаркт, а я предупреждала. Кто-то должен будет заменить вашего отца. Может быть, вы, мадам Пижоль? Мама, вы шутите? Фильм конкурсной программы Венецианского кинофестиваля. Я начальство приветливое, справедливое, доброе. Буржуазная нимфоманка. Простите его за грубость, он коммунист. Как это типично. Она стала другим человеком. Катрин Денёв. Пирог в холодильнике, Пилар его разогреет. Гадина. Фабрис Лукини. Это просто кошмар. Мы можем встретиться в более укромном месте? Можем, в моем кабинете. Давайте лучше в моей машине. Жерар Депардье. Хватит, я изменилась. Я стала другим человеком, все благодаря мадам. Карин Виар. Теперь ты идешь в ногу со временем. Повсюду женщины берут власть в свои руки. Заткнись, я сказал. Кто здесь главный, в конце концов? Я. «Отчаянная домохозяйка», фильм Франсуа Озона. Что ж, это выходит, теперь я домохозяйка? В каком-то смысле? Все равно последнее слово за мной. В январе 2011 года в кинотеатрах.